Бегония – королева клумб. Из года в год остается одним из главных украшений самарских улиц. Несколько кашпо в форме звезд, украшенные полюбившимися жителями цветами, установили сегодня на разных улицах в Ленинском районе Самары. Посадка одной такой композиции в исполнении профессионалов занимает не больше 10 минут. Это уличные цветы, так же, как и домашние, требующие ухода. Их нужно поливать, снимать с них лист, чтобы они цвели все лето. К 75-летию Победы в Ленинском районе появится 75 таких композиций. Несколько из них установили на улице, которая носит имя Михаила Агибалова, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Здесь же соорудили инсталляцию танкиста. Эти изображения звезд Победы также будут настоящим источником для воспоминания о войне, о героях войны, о наших знаменитых земляках. Большие ландшафтные композиции расположили на Маяковском и Красноармейском спусках. Помимо звезд Победы, здесь из цветов создали георгиевские ленты, каждая длиной в 15 метров. Мария Илчан, Николай Сидоров, События.